Ирландец, китаец и просто Джонни. Состав рок-группы Jump Day первыми представили свое рок-творчество в направлении хард-рок. Брутальные снаружи, романтики внутри. Валентин Чащин, он же ирландец, при всех зрителях в зале подарил цветы даме сердца. Конечно, очень приятно. Все, ну, поймут, конечно же, это эмоции. Ты какую музыку слушаешь? Я вот уже начала слушать рок. Общие интересы сближают. Круг интересов Валентина широк. Получил диплом программиста, играет рок, работает диджеем. Любой рокер. Он и в жизни, и в быту, он рокер, и только. Ну, как бы, при этом, при всем, время сейчас такое, что ограничивать себя там какими-то, если говорить о музыке, направлениями, жанрами, вот в плане предпочтений музыкальных, смысла, наверное, нет. То есть слушается любая музыка, которая музыка. Вот и все. Ну, конечно, упор на тяжелую, причем на музыку гораздо более тяжелую, чем мы играем в составе, ну, Jam Day. «Я не подарок, я сюрприз». Так в своих песнях отзываются о себе сами участники рок-группы. В лирической «Зиме» понятное и знакомое зрителям приятное вокальное сходство с Григорием Лепсом. Группа «Высокий берег» – ярко выраженное направление интеллектуального арт-рока. Коллектив «Road Crow» собрался за месяц и сразу на сцену, сразу на конкурс. Из 11 участников конкурса лучшими назвали две группы. В стиле хард-рок – Jump Day, в номинации «Light-рок» – коллектив «People of Life». Продолжат фестиваль музыканты в стиле рэп. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.